Окончание начальной первой ступеньки запомнится учащимся школы и их родителям ярким праздничным мероприятием. Вчера, 26 мая, для учащихся 4 Б-класса Кашхабльской школы номер 2 прошел выпускной. Дети под руководством своего первого учителя Аминат Хиштовой тщательно готовились к этому долгожданному мероприятию. На праздник были приглашены директор школы Эмма Пиштикова, ну и, конечно же, родители. Под торжественную музыку родители приветствовали выпускников. Девочки в нарядных платьях, мальчики в белых рубашках – настоящие джентльмены. Дорогие родители, мы очень рады вас сегодня видеть. Встречайте виновников сегодняшнего торжества. Милов Виктор, добрая душа, красив собой и аккуратен, не сомневаясь в том, что ни одно им будет сердце девичье разбито. Даурову Исламу от души желая друзей хороших повстречать, быть таким же добрым, славным и пятерки получать. Кулухов Ислам любит непременно из всей учебы перемену, можно тут набегаться, силой помериться. Надоумного Сатанай скромностью болеет, от взгляда каждого краснеет. Воспитана, как благородная девица, при этом любит хорошо учиться. Кашоковой Тамиле желаем верных друзей, много здоровья и солнечных дней. В учебе успехов и только добра, пусть жизнь твоя радости будет полна. Ну что сказать про нашу Чеботкову Настю? Она, конечно, гордость наша. Прекрасно учится, поет и хороводит. И кое с кем из класса дружбу водит. Меритухова Арина обид не спускает. По жизни бодро шагает. Всегда будь веселой и смелой. Во всяких делах умелой. Кирилл Зайдер-Ислам, топ-модель, красив собой и хорошо воспитан. Не сомневаюсь в том, что ни одно им будет сердце девичье разбито. Пушка в ударе старшую школу провожаем и от всей души желаем, в школе ты старайся и приятно занимайся. Дамир Пирадзе со спортом дружен, и ему диван не нужен. Некогда ему лежать, всюду он готов бежать. Кирилл Гули, наш философ, его волнует множество вопросов. Он обожает все предметы, и в этом равных нет ему. Справедливая, спокойная, похвалы всегда достойна. Жароколу Камилу дети уважают, успехов все ей желают. Строга со всеми наша Света, себя не даст в обиду. И даже если грустно ей, то не подает и виду. Уважаемые родители и гости, вот и пришел день нашего прощания с начальной школой. 4 года назад вы пришли в 1-й класс. Здесь мы с вами поднимались трудными ступеньками по лестнице знаний. Вы учились читать, считать, учились дружить, учились жить по строгим школьным правилам. Сегодня нам всем и грустно, и весело. Грустно, потому что осенью вы пойдете учиться в 5-й класс. У вас будут новые учителя, а ко мне придут новые ученики. Радостно! Потому что вы все повзрослели, стали умнее и многому научились. Сегодня ваш выпускной праздник. Камила. Внимание, внимание, наш праздник начинается. Добро и счастье, пожелания, пускай сегодня не кончается. Сегодня день у нас такой и грустный, и веселый, ведь мы прощаемся с одной своей начальной школой. Из года в год, с класса в класс, ведете
придем, так незаметно мы растем. Сегодня подводим итоги учения, отбросим усталость, страхи, сомнения. Готовы герои сегодняшней встречи, для них говорить будем страстные речи. А ну, друзья, вставайте в ряд, оставим шутки, разговор. Мы будем чествовать сейчас выпускников начальной школы. Все в жизни начинается со школьного звонка. Далекий путь очаровывает парта. Так впереди покруче будут старты и посерьезнее пока. А пока давайте вспомним, как все начиналось. У каждого в жизни единственный раз бывает свой первый, свой памятный класс. И первый учебник, и первый урок, и первый заливистый школьный звонок. Мы помним тот звонок веселый, что прозвенел нам в первый раз, когда вошли в цветальную школу в свой самый первый лучший класс. Как встретил у дверей учитель, нам верный друг на много дней, и шумная семья большая, подружек новых и друзей. 4 года мы шли шаг за шагом, поднимались по самым трудным ступенькам лестницы знаний. 3000 уроков проучились мы вместе с тех пор. Выучены десятки правил, решены сотни задач и сотни примеров. Множество научных фактов засели в наших головах, а некоторые до сих пор там даже не умещаются. 1836 часов за партой, и это не считая домашних заданий. 1920 исписанных тетрадей, но не каждая из них была показана родителям. Как вы уже, наверное, ребята догадались, учиться ребятам становилось все труднее и труднее. Но никто не расскажет об этом лучше, чем они сами. Давайте, ребята, свою песенку «Чудо-школа». Так,
Теоретически можно одним снежком разбить два стекла, одно зеркало и испортить шкаф. Нет, теоретически это невозможно. Вот и я так думаю. Вот поэтому ты и не верь, когда тебе об этом завтра учительница скажет. Ребята, назовите птицу, которая не бьет гнезда. Кукушка! Правильно, а почему? Потому что она живет в часах! Определите первую голову. Я бегаю, ты бегаешь, он бегает, они бегают. Переменка. Света, скажи, почему в море соленая вода? Потому что вниз плавают соленые силы. Всякое случалось за эти 4 года. Были и ссоры, и примирения. Что-то приходилось расхлёбывать вместе с учителем. Но чаще сами ребята учили друг друга уму, разуму. Сейчас девочки нам подпоют частушки. Подружка моя, как тебе не стыдно? На уроке буквы, думаешь, не видно. Дорогие наши мамы, эти слова благодарности вам.
Вместе со своими детьми выучили таблицу умножения, решали примеры, изучали звезды и явления природы. Все эти годы из урока в урок, из четверти в четверть, вместе с вами, ребята, заново постигали школьную науку ваши родные и близкие люди. Вам, дорогие, наше огромное спасибо. Спасибо! Уважаемые родители, в вашу честь дети исполняют вальс. Жизнь!
астрологические знаки поведают нам много интересного о вашей судьбе. Все ученики нашего класса перейдут в среднее звено. Здесь вас радушно встретят директор, завуч и классный руководитель. Перед вами распахнут двери все школьные кабинеты. Здесь вы будете сидеть за компьютерами, будете учиться шить, готовить, держать молоток в руках, решать сложные задачи и уравнения, читать умные и интересные книги. Представьте себе 2037 год. Весна. Мы в наших газетах прочтем имена. Ислам Керимзаде ученым известным стал. Ислам Кумуков уже генерал. Арина на конкурсе танцев стала изяществом всех иностранцев. Витя хозяин автопарка. Вот только с бензином, как раньше, зоопарка. Кирилл Гули, компьютерщик Риан. Он молния классная создал программы. Настя погрузилась в науку, открыла зачем-то теорию звука. Потом, проработав теорию света, она лауреатом стала за это. Ислам Дауров стал адвокатом. Он за границей сейчас вместе с братом. Света открыла свое ателье. Там шьют одежду. Ну а колье на шее у нашей Светы сверкает. Света сейчас нам показ открывает. Подумайте только. А Камилочка наша, та, что смешливой всегда была и всех и краше, живет и работает здесь по соседству. Главный врач поликлиники детской. Дизайнером стала наша Тамила. Быстро квартиру свою оснастила. А Зарета едет к нам на гастроли. Зарета играет первые роли. Сатана – директор школы этой. Уже возглавляет она педсоветы. Пройдет несколько лет, наступит весна, и ваши имена мы не только в газетах прочтем, но и в Телеграме, и ВКонтакте тоже прочтем. Жизнь каждого школьника делится на три периода – начальный, средний и старший. В жизни наших детей сегодня завершается первый, самый важный период. Они шли к этому 4 года. А сейчас мы попросим нашего директора вручить фотографии и грамоты. Дорогие наши родители, я хочу поздравить всех вас с окончанием начальной школы. Это самый важный этап в жизни каждого ребенка. Первый учитель у вас останется на всю жизнь. Вот кем бы вы ни стали, профессором, геологом, ученым, все равно вы будете вспоминать своего первого учителя. Скажем, ребята, все спасибо громко-громко. Спасибо! Это она научила вас писать, считать. Шла с вами 4 года по жизни. Представьте себе, родители, что мы сейчас стали бы изучать китайский язык. Каково тяжело, да? Очень тяжело. Я, например, не смогла бы выучить. А для наших детей азбука, буквы – это как китайский язык для нас. Это очень тяжелый процесс. И наши дети с честью выдержали все это, да, ребята? Да! Мы научились читать, писать, считать. Я хочу сказать особую благодарность выразить первому учителю. Она очень уравновешенная, спокойная, хороший, грамотный учитель. Посмотрите, и каждый ребенок похож на нее. Поэтому я желаю, Анна Юрьевна, вам дальнейших успехов. Она для нас ценный и самый лучший учитель школы. А сегодня, ребята, вы первую ступень преодолели с честью. Поэтому, значит, грамота за отличную учебу, примерное поведение награждается Чеботкова Анастасия, ученица 4-го класса. Она является призером первого школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по математике. Это очень важная грамота, муниципальная, а также и по русскому языку. То есть одаренная девочка, которая будет идти вперед, дальше, так же по жизни. Я тебя поздравляю, желаю всего хорошего. Похвальной грамотой, кубоком и славой ученик 4 класса за хорошую учебу и примерное поведение. Очень спасибо. Мы надеемся, что ты будешь отличником и в 5 классе. И дальше. Далее. Награждается Нагорукова Сатаная, ученица 4 класса за хорошую учебу и примерное поведение. А также она является призером первого школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Нам очень нравятся умные девочки. Мы надеемся, Сатанай, что ты как Сатанай будешь ведущей. Так, Купсорокова Светлана, ученица 4 класса, за хорошую учебу. Примерное поведение. Мы видели, как она с упоением читала стихи, всю душу свою. Так, и является призером первого этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Чтобы все награды были в этом классе. Жарокова Камила, ученица 4 класса, за хорошую учебу, примерное поведение. Желаю больших успехов. Даура Асла за хорошую учебу и примерное поведение. Поздравляю тебя с дальнейшим успехом. Мелитукова Арина за хорошую учебу и примерное поведение. Молодец. Так, Кашокова Танила за хорошую учебу и примерное поведение. Сразу видно, что примерное поведение у тебя. Филимзаде Ислам за активное участие в жизни класса. А также является победителем первого школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, который стал знаменитым математиком. Ушкова Завета за активное участие в жизни класса. Молодец. Поздравляю тебя и дальнейших успехов. Награждается Пират Задалин, ученик 4 класса, за активное участие в жизни класса, чтобы ты был активным, положительным и хорошим мальчиком. Милов Виктор, ученик 4 класса, за активное участие в жизни класса. Мы тебя поздравляем и желаем самого наилучшего. Я хочу добавить, что он у нас самый активный пользователь интернета. Да. На всех вот этих конкурсах по учиру участвует. И получает социальные сети. Гули Кирилл награждается за активное участие в жизни класса. Желаем тебе самого наилучшего. Будь активным везде. Спасибо. Thank you.
плачет, слюбается, сушечек, не совпаща, но уплатить опас. А ты гопшаешь, а ты гопшаешь, это пшаны слушает ваш. Так чая ваша, милый губ засяж, не до хана, а бью полураж. А ты гопшаешь, а ты гопшаешь, это пшаны слушает ваш. Так чая ваша, милый губ засяж, не до хана, а бью полураж. Кружится, как земля. Идут уроки друг за дружкой торопливо. И так начальный пролетел уже друзья. И классы старшие вас ждут нетерпеливо. Не забывайте, что в труде успеха в суть. Свои таланты раскрывайте посмелее. Мы говорим вам, дети, в добрый путь. Вы стали выше, образованнее, взрослее. Ребята танцевали, пели песни о школе, выразительно читали стихи, исполняли шуточные сценки на школьную тему. В классе царила одновременно атмосфера радости и грусти. Выступали и родители. Они сказали много искренних и добрых слов в адрес учителя. Аминат Хиштова является педагогом с большой буквы. Всю свою трудовую деятельность посвятила этой благородной профессии. Вот уже на протяжении 30 лет она учит детей правильно жить, правильно познавать мир, быть добрыми и мудрыми, успешными.